Здравствуйте. Наша недельная глава называется «Ваера». В этой главе рассказывается о том, как Авраам принимал у себя гостей в шатре. Но перед этим давайте вспомним, что было до этого. Как мы знаем, Авраам и Сара – это очень гостеприимная семья, вот, но у которой не было детей. И за несколько событий до нашей недельной главы Авраам сделал себе обрезание. То есть обрезание – это такая маленькая, но все-таки хирургическая операция. И вот Авраам лежит у себя в шатре, очень жаркий день, и ему очень плохо. Но плохо ему того, что у него никак не было гостей, то есть он не мог никого принять к себе в гости. И Всевышний сделал специально так, чтобы Авраама никто не беспокоил в этот день, поскольку второй день после обрезания он такой самый тяжелый. Всевышний видит, насколько плохо Аврааму, и посылает ему трех ангелов в виде трех предшественников. И Авраам, как только их увидел, сразу же буквально подорвался с места, побежал к ним, несмотря на то, что у него наложены швы. Он побежал к ним и начал их уговаривать: «Придем ко мне в гости». Из этого видно, что Авраам принимает у себя трех совершенно ему незнакомых людей, как будто в каком-то отеле 5 звезд. И это характеризует как раз его качество, то, что Авраам был очень добродушный, очень гостеприимный человек и очень любвеобильный. То есть он старался дарить свою любовь абсолютно каждому человеку, даже несмотря на то, что он его не знал. Когда закончилась трапеза, Аврааму дали такое пророчество, сказали, что у тебя и Сара будет ребенок в заслугу того, что ты такой хороший человек. Есть по этому поводу одна притча, что была некая семья, которая состояла из мамы, папы и дочки. И вот однажды выходит мама из своего дома и видит, что возле двора стоят три очень старых дедушки. И она подходит к ним и говорит, что я вас не знаю, вы меня тоже, но позвольте, я вас приглашу к себе домой, вы покушаете, отдохнете, там, помоетесь. Дедушки сказали ему, спросил своего мужа, можем ли мы, ну, позволит ли он нам зайти к нему в дом. Жена пошла, узнала мужа, муж им разрешил. Вот. И она к ним выходит обратно и говорит, что муж разрешил. И тут один из дедушек говорит, что дело в том, что мы не можем все вместе зайти к тебе домой. Может только кто-то один. Жена спросила, ну почему, в чем проблема? Дедушки объясняют, что мы можем зайти только кто-то один. Меня, потому что меня зовут богатство, слева от меня стоит удача, а справа от меня стоит любовь. И мы не можем зайти вместе, потому что вы должны выбрать кого-то одного. То есть, кого вы позовете к себе в дом, тот и зайдет. Жена пошла обратно к своему мужу и говорит ему, что, ну, объяснил ему всю ситуацию. И они начали обсуждать, говорят, давай позовем богатство, мы очень бедно живем, у нас проблемы с деньгами, мы, ну, будем жить в роскоши. На что ему возразила жена, говорит, что нет, зачем нам богатство, давай позовем удачу. У нас будет удача в бизнесе, и потом будет богатство. Подбегает к ним их маленькая дочка и говорит, что мама, папа, давайте позовем любовь, и у нас всегда в семье будет царить любовь, и все будут счастливы. Жена выходит на улицу и говорит, любовь, заходи к нам в дом. Вот, она позвала только одного человека, но когда она позвала одного человека, зашли все трое. Жена удивилась и спрашивает, ну почему не все зашли все трое? На что и начали объяснять, что если бы ты позвала кого-то одного, двое бы остались на улице. Но когда зашла любовь, за любовью зашли и удача, и богатство. Но почему так важна любовь? Все дело в том, что любовь – это одно из проявлений Всевышнего в этом мире по отношению к нам. Всевышний дарит любовь каждому человеку, несмотря на то, что плохой он или хороший, он дарит свою любовь. И так же само мы, то есть люди, дети Всевышнего, должны уподобиться ему и дарить любовь друг другу. И тогда у нас все будет хорошо. Об этом наша недельная глава. Шаббат шалом.